А это самые настоящие часы для хакеров. Представляю вашему вниманию Distaik Wi-Fi Detour. Выглядит такой девайс довольно стильно, строго и брутально. Он основан на небезызвестной ESP8266 и обвеса в виде дисплея, кнопок, аккумулятора, RGB-индикатора режима работы и прочих нужных и не очень компонентов. Сочетает в себе функции умных часов, помогающих человеку в повседневной жизни, и глушилку сигнала Wi-Fi. Несмотря на то, что звучит это довольно устрашающе, в отличие от настоящих деактиваторов, которые перебивают сигнал радиопередатчика своим более сильным сигналом, деаутентификатор работает на программном уровне. Этот принцип схож с тем, когда у вас отключается интернет из-за потери сети или сильной на нее нагрузки.